Добрый день, уважаемые зрители. Приветствуем вас на стадионе «Авангард» в Домодедово, где через несколько минут начнется матч 20-го тура. Матч у нас начался. Сегодня прищепа не сыграет. Он располагался на левой бровке. Есть подбор. Бить сейчас не стал Иванов. Отдал налево. Получил обратно. Передача в лицевую. А это что, удар был поворотом? Нет, я думаю, сетка срезалась. Антон Санай за мяч зацепился. Не спешит подавать. Убрал под правую. Вот хороший навес. Удар головой. Момент. И спасает сейчас Косаревский. Велес. Это первый, наверное, стопроцентный шанс. Да, будет непросто. А пока еще один удар и перекладину мяч задевает сейчас. После удара головой, по-моему, Окладников бил. Не обязательно для этого 90 минут против любого соперника идти вперед. А вот, пожалуйста, зацепились за мяч в центре, то, о чем ты говорил. Вышли, пусть на дальний удар. Уважение тем болельщикам, которые не поленились и пошли сегодня на футбол. Хотя, опять же, матч, если вы любите команду, можно посмотреть и через разные устройства и момент голевой возникает еще один у ворот Велеса. Давно именно голевых моментов не было. В стартовом составе единственные, собственно, изменения в составе. Ну, игрок ротации, да, принято так называть футболистов, которые не так много играют, но при этом в любой момент готовы появиться. Ух ты! Классно! Выход 1-1! Обыгрывать нет. Здесь какой красавец. Какой же красавец Антипин, а? В полупозиции находится, да. Здесь здорово прокидывает Кичина. Да нет, он вообще не отпускал мяч. Посмотри, да, он идеально для себя пробрасывал. Просто Антипин красавец. Он предсказал, да, сразу понял, что сейчас Логу будет делать это касание. Ну, это как пенальти, потому что... А здесь момент удары! Нет гола. Саная. Вот Саная бил уже в этом тайме головой. Что бы вы думали, Краснодар 2... На 86-й минуте ушел от поражения против команды из набережных Челнов. 2-2 сыграли. А тем временем, посмотри, какой момент может быть. Передача в разрез хорошая. Логу стрелять надо в дальнюю. 1-0. Шикарно, шикарно. Что мы вам говорили про эту команду дома? Взорвался Велес. Опять же, мы говорили про то, что Велес играет здорово дома. А во-вторых, о стиле игры, да, где-то перетерпеть, отобороняться, а потом взорваться. Получаем игру от ножа определенную. Да, по поводу Логу продолжу чуть позже, после вот этой атаки. Момент, можно делать счет 2-0, очень тонко и очень неточно. Да, вот это момент сейчас у Велеса возникает, еще один. Еще одна атака Велеса, и снова опасно, и снова в штрафной. Бацуев левой ногой на точность, но прямо в руки, по сути дела, мяч летит сейчас Антипин. Дальше Куликов успел поработать на старте сезона в Сатурне из Раменска во второй лиге. И Сатурн очень приятный футбол показывал. Так, давайте сейчас момент досмотрим. Классный обыгрыш, штрафной удар, гол! 2-0! Какой голище забивает Велес! Саркисян, Геворг Саркисян сотворил красоту. Практически с той же точки, откуда и Логово забивал, в тот же угол, в дальний мяч посылает. Я причем после этого момента продолжу, посмотрите, 3-2. Логово. Ну, надо забивать. Правая нога, неудобно, немножко тянулся, не добежал до этого момента немножко Логово. Мне довелось комментировать первый матч Куликова в этом сезоне за Велес, да, как раз-таки против Кубани. И тогда они одержали победу, об этом позже, надо сейчас сравнивать. Не сравнивать, сокращать отставание. Хотя бы так, да. Даже здесь Косаревский мяча не коснулся. Я хотел сказать, и вот как раз этот эпизод случается, и он вроде бы случился, эпизод, но как же не попал сейчас. Ну и действительно, все очень было похоже вот на то, что происходит сегодня. При том, что Кубань это совсем не Енисей. Еще момент, Косаревский выручает, но и удар не получается. Ну ты знаешь, с одной стороны, у Масловского удар не получился. Сей гибридная схема у москвичей. Здесь момент, сейчас 1-1, можно убегать. И это снова Саркисян, поддерживает его партнер, будет отдавать или бить. Момент продолжается, и нет гола. Хвалим Антипина, хвалим защитника. Безусловно, да. Антипин выручает, и некому было до себя давать. Смотрел, да, по сторонам Саркисян, понимал, что можно кому-то сделать передачу на пустые ворота. Смотрим, угловой сейчас очень важный в этом плане, потому что если его реализовать, то еще времени будет достаточно для одного гола! И что там мяч у Косаревского? Не получается акцентированный удар, так там еще и фол, да? Да, там уже Косаревский мяч фиксировал, и, видимо, кто-то пытался пробить, и достался Косаревскому. Такой рабочий эпизод, а может быть, даже не по рукам, а в области куда-то бедра прилетело. А, красная карточка, что ли, Масловскому? У него была желтая, помнишь, за срыв атаки. Финальный свисток фиксирует победу Велеса, победу абсолютно заслуженную. Знаешь, как обнимаются, да? Да. И я бы не сказал, что сенсационную.